have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Пойдем сегодня с вами в Horrific Housing. Тут наконец-то началась осень, падают листья, все желтое, все красивое. Посмотрим, что у них еще тут сегодня прибавилось. А, появился вот такой пьедестал, на котором появляются время от времени разные игроки. Это, как помните, в проклятых островах. Там огромные статуи победителей танцуют. Так, по-моему, здесь добавили то же самое. Не-не. Почему здесь, нет? Короче, снизу есть лидерборд победителей, или там вот этой вот девушки, например. Ну, у нее 24 место, уже написано. Вот, 24 место. Да, то есть те, кто появляется в лидерборде, они... Вот, видим. Да, они потихонечку появляются и там, на этом пьедестале. Это не те, что не те не победители раунда, а люди, которые просто находятся в лидерборде. Так, хорошо, очень вовремя. Закончилась каточка. Мы сейчас с вами тогда начнем нашу каточку. Блин, смотри, какая пиксельная утка. Пиксельная утка у меня есть такая. Блин, она очень классная. Так, что я хочу? Я хочу, наверное, лайн. Да, можно лайн. Можно было еще один HP выбрать, но лайн, оно выглядит тоже прикольно. Лайн просто офигительный режим. О, чувак с четвертого места. У него на кепочке написано лол. Ты посмотри, какая у чувака уточка фиолетовая. Квак. 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 Он это сделал. Один хп, вы что издеваетесь? Потому что выбрали один хп. А, сейчас будет весело. Блин, у меня один хп, ну вот твари-то. У всех лето или Хэллоуин, а вот у меня зима. Надо будет, наверное, тоже на зиму потихонечку перестроиться. Какого-то чувака вообще пустыня. Вот, посередине нас. Да-да-да, у него кактус перекатит поле, прикольно. Дайте мне яйцо, чуваки, пожалуйста. А обойдешься, например? Чувак, мне это яйцо, оно офигеть как нужно. Оно всем нужно. Это что, замораживающий луч? Да, мне дали замораживающий луч. Нее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 ee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 e
что это за киберхата такая? Не прыгай туда, ты не дотянешься. Я знаю, что я не дотянусь, я не собираюсь. Это что, гроб? Вот, давай я тебя даже заморожу. Для безопасности. Весело. Весело же. О, это шарик. Прикинь, в пустыне снег пошел. Нормально. Такой шарик должен был у тебя открыться, а не здесь. Ну ладно. Ну что ж, теперь у нас группа домов уточек. Голографическая уточка. Бз-бз-бз. А, погоди, их местами поменяли просто? Да. Я теперь только понял. Теперь человека пустыня. Кстати, знаешь, что это за фиолетовый кружок? Ну? Это душа человека. Ты можешь ее взять. Я не допрыгну. Ты уверен в этом? Да. Молодец. Это правильный ответ. Блин, там у чувака есть кое-какая очень опасная штука. Не против, если я пойду к нему за мной? Ты делай, что хочешь. Я потусю на своем домике. Мне пока нормально. С одним хп-шкой что-то выпендриваться. Я еще не хочу к нему идти. Я упаду. Ты только что хотел. Ты уже так быстро передумал. Блин, если у кого-то сейчас будет дуэль, то все. Это будет ваншотная дуэль. Кто быстрее ударит? Идеально выпилятся два чувака. Так, это домик опустился. Ты не прострелишь эту вещь. Ну, очень жалко. You shall not shoot through. А сколько нас осталось в катке? О, ну вот, меня сейчас убьют. Погоди. Видишь, пять человек ракету, осталось в катке. На нас летит, да? Кто? Видишь ту ракету, которая хотела на нас полететь? Нет. Молодец, то, что не увидел, ты же... Самый глазастый чувак на Диком Западе. Мой дом сделали маленьким. Кого? Мой дом сделали малюсеньким. Ну, видишь, нормально, теперь тебе меньше налогов платить.
не знаю почему, но я очень хочу заморозить этого чувака, который возле моего дома стоит. Вон дом сгорел какой-то. А, он хочет нас взорвать. Пизжи. А, бомба улетела в него. Ага, скатилась. Фу, скатилась. Слушай, чувак вырыгнул на этот дом. Ты ему ничего не сделай. Ничего не сделаю, да? Но это было комбинировано, знаешь, teamwork. Он кинул бомбу, ты его заморозил, все хорошо. Блин, у меня исчез пол. Че это? Че это такое? Что такое? Че за чертова флейта? А, короче, ты можешь этой флейтой направлять на человека, он будет отдыхать. Блин, а вот... О, нет, Санс! Я стекло не пробью? Не пробьешь, не пробьешь. А, флейта была одна всего лишь? Нет, у тебя просто ее забрали. Нет, она у меня есть. А, вон, написано, перезарядка. Пожалуйста, не убивай меня. Можно я допройду сам свои, кстати? Можно. Почему космическая флейта? Потому что ракета из космоса. А почему флейта? Ну, ты такое призываешь ракету музыкой, как Годзилла. Хоть это... Ты понял, что ты сказал? Ну, короче. Макароч. Что это было? Мы единственные. Что это было? Почему мой дом исчез, но я не исчез и... Сейчас твой чувак, но мы единственные. Ты что, не умер? Вот черт. Что меня бомбануло? Я. Чем? Флейтой. Мне тоже дали флейту. А ты где вообще? В черной дыре. А фиг ли ты там делаешь? Зацелы. Ничего не могу поделать. И когда тебя выплюнет? О, Оскар! Через 30 секунд ты можешь за это время подождать, пока я умру. Я вышел. А, я в тюрьме! Нет, нет! Чувак, тварь. Почему? Нет. Я лечу, помоги! Я улетаю. Я победить? Вверх! Почему я улетаю вверх, помоги? У тебя обратная гравитация сработала! Так, я хочу стэк. Я застрял. Я застрял. Блин, выиграть в этой игре это вообще что-то нереальное, потому что тут такая доля рандома дичайшая. Тебя может убить абсолютно все, поэтому выиграть абсолютно. Здесь это прям событие. Угу. Еще такое имба оружие дали, флейта, офигеть. Я не помню, по-моему, раньше не было. По-моему. Так, ладно, скеттерд. Разбросанные. Разбросанные, два бросанные. А, я доволен, я нахожусь в уголочке. Наша хата с краю, ничего не знаю. По крайней мере, ты со мной тоже по соседству. Хорошо. У меня по соседству. Там блевотина поднимается. И что? Ну, нижние дома должно затопить. Нет, не затопит. Ну, повезло некоторым. Только по самую крышу, и все. Костер загорелся под блевотиной, серьезно? Это как вообще? Тут вам не здесь. Че там к тебе чувак в гости пришел? Че он делает? Нет, это я к нему в гости пришел. А, у тебя же снежный дом. А как ты туда попал? А, ты через крышу попал. Ну да, видишь, как мы рядом. О, Йода полетел. Осень. Йоды улетают. Я должен. Погоди, его по-другому как-то зовут. Все его называют Бэби Йода, но он же не Бэби Йода. Я постоянно забываю, как зовут этого перца черт. Чувак, ты чё залез в мой дом? Ты, тварь, это мой дом, а не твой. Вылази из моей елки, ты. Ну вот. Это чувак залез в мою елку. И как я должен выгнать Бэби Йоду из елки? Никак. Нет для тебя новости. Ну, блин, мой. Я могу менять цвет ковра? Да, всегда вот. Нет, в смысле здесь? Да.
Нет, 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 все, хватит. Я жить. Мы по соседству. У меня теперь есть двойная крыша, так что дождь с кислоты мне не страшно. Блин, если не будет еще одного дождя. Это было слишком... Как я вовремя забрался наверх! Пол лава, серьезно? Да. Пол лава! Два подарка? У меня сразу два подарка! Слушай, что такой везучий, а? Слышь, ты что такой везученький, а? О, о, еще одна блевотина. Слушай, а там у некоторых людей крыши нету. Знаешь, что это означает? А я не уверен, вот этот торец, он их защитит или нет? Сейчас посмотрим. Вон те двое чуваков, которые... Он их которые... не защитит. А я не знаю, сейчас посмотрим. Это вообще девушки. Ну, минус... Что? Она не услохла? От блевотины? По-моему, блевотина остановилась как раз на краю. Оп, минус один. Да. Нет, видишь, можно было стоять там на торце и выжить, и было бы как раз нормально. Пожалуйста, не у меня, пожалуйста, не у меня, пожалуйста, не у меня. Е-е-е-е! Кого? Что? Что? Что было? У кого-то открыл черный... Блин, я же говорил, пожалуйста, только не мне черную дыру. Так это ж не ты. Короче, черная дыра открылась у какой-то девушки, и она была настолько большой, то, что достала до меня тоже. Тебя усосало, что ли? Да, меня усосало. Блин. Там вообще-то у кого-то Рейнин Такос, но так далеко, что мы это даже не слышим. У меня подарок, но у меня пол лава, прикинь. А, я кролик. Нет. Хочешь, я крашу Роблокс? Не надо. Я мартышка! Я кролик с магнитофоном и бесконечными жизнями. Посмотри, где он находится, моя полоска жизни. Нет! Просто... Что с тобой? Делаю. Посмотри на эту полоску жизни. Ничего себе. А можно мне тоже, пожалуйста? Что? Такую полоску жизни. Но я все равно уже умер. Ну да, ты уже это... Я свалился. Сколько там народу еще играет? А, осталась вот эта, которая Анастасия. Она сдохнет. Знаешь, да, как я догадался? Потому что она слишком... Что было? Потому что я засал... Это засал в черную дыру, да. Две победы подряд? Что происходит, игра? Что? Почему? Как? Sideways. Sideways хорошо годится. Sideways. Sideways. Кстати, я тут поднакопил и купил себе эмоцию после смерти. Все это увидят, кроме тебя. Хорошо, sideways, поехали. Сейчас я окажусь на нижнем доме. Нет, я оказался на верхнем домике. Слушай, надо пойти сегодня купить лотерею. Не может так вести на протяжении одного дня. Как думаешь, я дотянулась? Не пробуй. Ты можешь улететь на домик ниже, а чем ниже, тем хуже. А там есть еще и блевотина. Блевотина я пока не вижу, но, по крайней мере, нам блевотина не угрожает. Нам будет угрожать Acid Rain. Потому что он сам вверху. А вот посерединке в самый раз. И блевотина не достает. И Acid Rain. Глянь, там эти две летучие тарелки. Так выглядит прикольно. Слушай. Даже если мне дали кое-что под названием Хаммер. А у меня... У меня лечение? Посмотри, я подхожу к этому человеку, как его О, я кролик, который... А, блин, у меня отобрали молоток. Блин, у меня лечение, но я не знаю, в чем прикол. Давай я дам тебе яйцо. Кстати... У меня тоже лечение теперь. Шоколадное яйцо это просто хилочка, да? Вот, да, это полная хилочка. Возле костра хилится в жизни. А! Что? Куда ты улетел? Короче, дело в том, то, что какой-то чувак взорвался через 10 секунд, и в это же время у меня начался дуэль с этим чуваком, и он взорвался в то же время, как меня бросил к нему в арену. Вы взорвались?
Да. Бомбиссимуса. Я злой эльф с фризганом и хилкой. Слушай, посети мой дом. А, точно, ты не умеешь прыгать. Я уже не смогу туда допрыгнуть даже. Потому что у меня... Ты бессмертный, просто говорю. Я понял. Во-первых, у меня исчезла... Сначала панелька стала ниже, потом панелька исчезла, я остался просто на доме. У меня хилка бесконечная, бессмертие надето. Сколько там народу еще играет? Остался последний чувак? Я хочу за ним последить. Написано, что Захар Крут. Захар и правда Крут. Он, короче, сам внизу. В домике с НЛО, видишь? Я понимаю, у меня уходит жизнь, и меня тут же лечит костер. Ты везучий. Я не знаю, что меня... О, Blizzard is coming. Блин. Чувак, у тебя же хилка, ты можешь стоять на дыре. А я забыл об этом. Ладно. Посмотри, как у меня дверь открыта. Слушай, дело в том, что если ты прыгнешь, то тебе костер на эфир. Что? Поджарит. Почему? Он же лечит. Тут наши полномочия, все. Короче, я играю тут, блин, практически столетиями, веками нахожусь в этой игре и раз в тысячу лет выигрываю один раунд. Но, блин, я захожу на запись и выигрываю три раунда подряд. Что происходит? Все, ребят, знаете что? Работает такое правило. Нужно уходить победителем. Поэтому на этом мы сегодняшнюю серию заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.